В Казани завершился 5-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В уникальном мероприятии приняли участие около 150 пенсионеров из 71 субъекта Российской Федерации, что стало рекордным за всю 5-летнюю историю чемпионата. Не остались без наград и пенсионеры из Ненецкого округа. 147 бабушек и дедушек со всей России и стран зарубежья с помощью мышки и клавиатуры выясняли, кто лучше и грамотнее. От нашего округа пенсионеров представляли Раиса Николаевна Палкина и Евгения Степановна Корсакова. Компьютеры они начали осваивать в 2011 году на курсах компьютерной грамотности, которые организовал Союз пенсионеров. В июне 2015 года Раиса Палкина победила в отборочном этапе Всероссийского чемпионата в конкурсе «Цифровое сияние». Когда она была первой победитель наших соревнований, она написала стихотворение. Да, она стихотворение написала. И вот вы у нее попросите, я бы хотела, чтобы она сама прочитала. Там она пишет, что раньше мы знали одни слова, а теперь мы знаем другие слова. И хоть нам и лет уже прилично, мы идем в ногу с молодыми. Ей нужно было совершенствоваться. Она стала ходить на курсы в библиотеку. Если есть что-то такое, вот она очень хотела поскакивать своими внуками, она, значит, пришла к девочкам, девочкин учитель, они ее вперед всех научили. Сотрудники библиотеки проводили для Раисы Николаевны индивидуальные занятия, ведь впереди конкурс российского значения. К конкурсу готовились основательно. В портале госуслуг готовили домашние задания, создавали презентации в PowerPoint. На чемпионате онлайн пенсионерам предложили выполнить задания в каждой операционной системе. На выполнение строгий регламент – 20 минут. Задание трудное, задание трудное. Вот, значит, было три основных задания. Применить титулы верхние и нижние. Пронумеровать эти страницы и в каждую страницу ввести определенный текст. Со всеми заданиями Раиса Палкина справилась, хотя, по словам участницы, очень волновалась. А впереди был торжественный момент – церемония награждения. Начинается награждение, жюри вышло, и вдруг объявляют. На сцену просим выйти Палкину Раису Николаевну. Я, конечно, не ожидала этого. Даже мороз по коже как-то так. Ну, пошла на сцену. Значит, сразу объявили, что Палкина Раиса Николаевна – это самый старший участник 5-го чемпионата многоборья среди пенсионеров. Супербабушка, так Раису Николаевну называют родственники, с компьютером не расстается. Даже своего новорожденного внука она увидела в числе первых по скайпу. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».